Ты чё, Хэппи, серьёзно? Да, и вот такая, короче, история тогда произошла. Вот это поворот, не ожидал. Ладно, я. Ладно, ребята, давайте я схожу, может, на поверхность проверю, как там, что, там уже давно не были там. А, ну окей. Да, окей, я тут посижу, окей. Так, заходим в лифт, поехали. Так, не понятно. О, всё. О, ребята, как хорошо тут. Ладно, пойду прогуляю, что ли. Так. Так. О, ребята. Слушай, тут не все так плохо, как мы думали, слушай. Ну, это очень хорошо, знаешь, возможно, там иногда может быть выходить. Главное, чтобы людей там не было. Хотя, насколько я знаю, этот район самый такой безлюдный, так сказать. Ты там где гуляешь, кстати? Ну, чтобы если что вдруг, на всякий, мы знали. Лесу гуляю. Да, что такое? Я какого-то Golden Bunny, что ли, вижу. Golden Bunny? Погодите-ка, в данные... может быть, Spring Bunny? Не знаю, вот, смотри, я сейчас включу, смотри, вот, я включил видеозапись. Это Spring Bunny, самая первая модель аниматроников! Типа, самый первый, что ли? Да. Вообще, я не понимаю, как он ходит, на самом деле, у них не было никакого искусственного интеллекта, ничего такого. Видимо, тут что-то замешано. Может быть, кто-то... странно. Этот аниматроник еще раньше появился, чем Фредди? Да, еще раньше, чем Фредди, вместе с Фредбером. Капец, блин. Ну, и же еще Golden Фредди, можно сказать. Погоди, я пытаюсь понять... Погоди, можно его сейчас навести нашей камерой? Отсканирую. У него произошел сбой системы, у него активировалась система, получается, свободного хождения. А, погоди-ка. Он безопасный? Если он тебя увидит, он тебе ничего не сделает. Он ни на кого не обращает внимания, он просто вот, тупо ходит. Да? Получается. А, реально. Эй, Spring Bunny! Стрелку поломан, честно сказал. Ого! Ну, он, конечно, он такой старый. Ребята, мне одному, он мне как-то Вильяма напоминает. Ну да, конечно, Spring Trap-то это... Стоп! Кровь, ты посмотри под себя! Ой! Чего? Блин, это твоих рук дело? Не, навряд ли это его рук дело. Ну, лучше отойди оттуда. Это все проделки Уильяма. Уильяма убивают у всех подряд. Он, хотя он уже давно не у нас. Вообще, я не знаю. Но я точно знаю, что единственный маньяк в нашем городе, самый известный, это Уильям. Ну, хоть, по крайней мере, мы его так его знаем. Ух, капец, ты там упал куда-то. Так, и кстати... блин, ну это все-таки как-то странно. Чья это может быть кровь? Ладно. Ребята! Да, ребята, что такое? Я что-то следы нашел какие-то. Следы? Да. Так, ну ты это посмотри, что это могло быть за следы-то такие. А, блин, так. Я подумал, это человек, это какой-то робот искусственный. Прием. Смотри. Прием. Чакер! Прием! Чакер! Что? Кто говорит? Чакер, прием! Это я, Молтон Фредди! Туда фотка как раз Молтон Фредди! Пец! Это, походу, не стой, яма звуки. Стой! Прием! Мы разговариваем что? Сейчас по связи! Я не рядом с тобой! Короче, помнишь, мы все объединились у огромного аниматроника, Блоба, да? Стой. Ну, потом в Мегапицаплексе, короче, появился у нас огромный Блоб, да? И мы запчасти других аниматроников собирали, помнишь? Да. Так вот. Ты чекер, ты меня слышишь или что? Короче, я остался один. Это я, Фонтан Фредди, если что, можешь меня Молтон Фредди больше не называть. Я остался один, я отделился от этого огромного тела, я теперь небольшой сгусток, фиг пойми чего. И вот. Короче, ты можешь как-нибудь со мной встретиться, хорошо? Я пытаюсь найти хоть какого-то товарища в этом месте. Я не могу связаться пока что ни с Хелпи, ни со вторым. Как я его? С Крапом, я точно. Хелп и... Ладно, конец связи. Всё, давай. Кто там с тобой связался? Да, кстати.
Ребята, вы не поверите. Кто? Этот фонтан Фредди. В смысле? Он чё, он не умер? Он сказал, что он смог выбраться из его тела. Погоди, погоди, что это там было? Чё? Это звук мне знаком, срочно, иди, сейчас можешь включить снова камеру из своих глаз, которая... Так, ну-ка, включил. Смотри, смотри на спринг-бонни, да поближе к нему подойди. Ой-ой. Помните, я сказал про искусственный интеллект, которых у них нет? Я забыл, это же старая модель, я плохо в них разбираюсь, и у него какой-то искусственный интеллект все-таки есть, и он только что начал активироваться. Так что, Чакер, ты, если что, будь готов бежать. Так, и что будет? Привет! Когда начнется вечеринка? Да вон сзади тебя вечеринка, иди сюда. Это не моя пиццерия. Где Фредбер? Идем, покажу тебе, пойдем, я его вот только что... Фредбер? Да? Реально? Да, ребята, я там какой-то... Ладно, пойдем, пойдем, да, покажу. Я что-то обнаружил. Что это может быть? Кажется, я нашел какой-то предмет, который поможет нам развеселиться. Смотри! Ха-ха! Чего? Чего? Мне кажется, этот предмет очень смешной. Вот тут твой Фредди. А что я можно делать? Фредди, вот тут. Прикольно. О, слушай, как ты думаешь? Фредбер. Стоп. Это не Фредбер. Привет, дорогие путешественники! Не хотите ли немножечко подзаработать? Ты кто-то-то, какой? Оу, я, кажется, с тебя знаю. Ты же старая модель, Спринг Бонни. Точно. О, дед-пердед, как ты все еще жив? Ладно, это сейчас не главное. Короче, меня зовут Фредди Путешественник. Золотой путешественник обычно меня называют. Ну, короче... Одна из моделей, про которую все забыли. Ну, меня создали и даже не выпустили на сцену. Ну, и я, короче, недавно очнулся, там некоторые детальки свои прокачал, ну и пошел путешествовать. Слушайте, ребят, я вам иногда скажу, ну, точнее, сейчас могу вам сказать кое-что. Вы иногда приходите, я вам могу пару заданий дать. Вы можете там как-никак просто подзаработать немножечко фаз-монет, точнее... Господи, я запрограммирован говорить фазмонеты, но это просто монеты, если что. Самые обычные, человеческие. Ну и, короче, на них вы что-то можете покупать. Я не знаю, правда, у кого. Ну ладно. Ну и плюс. На самом деле, задумайтесь, путешествие это очень круто. Я не знаю, кто ты. Как тебе вот такой предмет? Ты чё? Оу, смотри, как им можно делать прикольно. Спринг-бонни, убери. Давай я на Чакере покажу. Прикольно, да. Да ты какой-то шибанутый. А ну иди отсюда. Почему? Ну, имею в виду, вечеринка скоро начнется. Не пропускай ее. Оу, Чакер, иди сюда. Давай вместе веселиться. Смотри, какой прикольный предмет. Привет, добро пожаловать в парк Фредди. Хотя, зачем я это говорю? Все равно уже он никому не нужен. Стоп, аниматроники! Ой-ой. А ну отойдите от меня! О, парень, давай повеселимся. Смотри, какая прикольная штучка. Это такие костюмы у нас, как тебе? Это косплей? Да, косплей, это... Какой косплей? Мы настоящие аниматроники! Этот мужик просто набухался, все хорошо, просто... Ну ладно, только ты бы нож у него забрал бы, а то он набухался еще, блин, заберет его. Ой, убьет он кого-нибудь, давай, отбери у него. Вот, да, так-то лучше, вот именно. А как же мой предмет для вечеринок? Нет, ладно, я пошел. Провода перележу. Ну все, давай, пока. Пока-пока. Ой, боже, как мне нужно уже уходить с этой работы. Так, Хелпи, прям куда его? Ого, что это такое? Ну-ка, потянем. Не получается. Слушай, а как тебя зовут? Чакер. Твое имя мне неизвестно. Давай ты будешь Петей. Ну ладно. Хелпи, куда мне этого дебила девать? Ну, не знаю, слушай. Ну ты можешь там вообще погулять вместе с ним, что-нибудь поделать, я не знаю. А как же там Фредди, ребят? Давай жарить маршмеллоу.
Вау, как же это круто! Жар маршмеллоу! О, о, да, это было супер вкусно! Давай возьмем еще! А, так. Ты их берешь вообще? Вот, вот здесь вот палочки. Возьми. А вот здесь возьми маршмеллоу. Все, отлично. О, да, какие же они вкуснецкие. О, ну все, я доволен. О, о, это что, сцена? Everybody dance now! Booms, booms, bam, bam, booms! Everybody dance now! О, разрядился? Хаппи. Что с ним произошло? Без понятия даже. Что-то пел Everybody dance и разрядился резко. А, не, это не разрядился. Модель старая, вот он иногда выключается. Everybody dance now, tits, tits. О, смотри, какой предмет для вечеринок я нашел. Ну-ка. Прикольно! Иди сюда, хочешь я тебе трюк покажу? Хочешь трюк покажу, иди сюда. Какой трюк? Давай пожарим маршмеллоу. Так надо сейчас его вырубить этой палкой. Так, короче, хочешь трюк? О, погоди. Погоди еще секунду. Ау, эй, ты что? Ошибка системы, ошибка системы, ошибка... Выходи, 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 выходи. Какой, блин. Ты что там с ним сделал? Да я хотел его вырубить палкой, а сам. Ты что наделал? Я мог пострадать. Давай придумаем новую игру под названием «Успей сбежать от моего удара». На, на! Ой-ой, кажется, ты поломал его систему, он стал злым. Оу, а что это за комната? Туалет? Оу, ладно. Эй, ты! Ребята, может, пофиг на него и пойдем с этого, как его... Фонтайм Фредди спасать. Фонтайм Фредди, ну это хорошая идейка. Ну ты пока все-таки это как-то неправильно. Разберись с этим, с Спринг Бонни. Может быть, им все-таки придет в себя. Давай. Так я не знаю, где. Мне что-то страшно, ребята. Оу, да, как же я люблю маршмеллоу, лоу, лоу. Оу, да. Ладно, пойду в другое место. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Маршмеллоу. Что это такое? Ошибка системы! Что там произошло? Ну-ка, это посмотрю. Я не могу, Чего? Чего с ним? Ну-ка, включи-ка запись в твоих глазах, ну, камеру. А, так блин, а ему ж, он старый аниматроник, ему нельзя жрать. Видишь, у него из-за маршмеллоу, они, короче, растаяли, у него весь рот склеился. Ну ты там пальчиком как-нибудь убери крюком. Да сейчас я его, блин, надо ему. Так, не надо. Так, систем. Да, я тихо. Ха! Привет, новый друг! Как твои дела? О, кстати! А ты не хочешь случайно искупаться в бассейне из шариков? Да нет. Не, ну пойдем! Смотри, какой бассейн! О, почему он закрыт? Очень жаль. Там же такой классный мог бы быть бассейн. О, ладно. Так. А что здесь есть еще? Вау, какой... Ау, прикольное место. Так. Это... О, бассейн? О, нет, ладно. Как этого дебила зовут с той пиццерии, где ты родом? Ты помнишь, дебил такой этот? Как его? О, что это за штука? Ладно. Хелп, что мы с ним делать, а? Я не знаю, может быть... О, погоди-ка, есть одна идейка, мне кажется. Слушай. Ну, как бы, ты вообще хочешь ему, там, как бы... Может быть, там, ему новый искусственный интеллект ставить, чтобы он нашим новым другом стал? Нет? Да не особо как-то. Не особо? Ну, в принципе... Ну, ты можешь его на запчасти разобрать, можешь просто там с ним как-то поприкалываться, можешь, так, короче, ребята, что хочешь ты делать. Давайте его эти палкой... Удары по голове, вырубимся, потом договоримся, что делать. О, здравствуй, ты что, пришел на вечеринку в этой прикольном бассейне? Да я тоже с тобой хочу. Ты че? Больно! Иди! Да помогите, моя башка! Кровь, это кровь! Ты меня башку разбил! Ой, ё-моё. Так, иди сюда, Саша, иди сюда. Что такое?
туалет. Ну, стой, 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 иди сюда. Да. Надо... Ошибка систем. О, походу, ух, вырубил. Хелпа, что с ним, посмотри. Ну-ка, ну-ка, сканируем. Ну, у него повреждение некоторых систем и сбой искусственного интеллекта, все. Ты ему просто обломал все функции. Короче, это теперь просто, знаешь, типа, валяющиеся запчасти. Все. Блин, ну как-то жалко, первого аниматроника убили, прикинь. Так, блин, у тебя было решение, ты что прикалываешься? Это ностальгия вообще. Стоп, ладно. Ну-ка, повернись-ка немножко налево. Там мусорка, смотри. Да не-не-не, там мусорка закрыта этой, замком. Реально? Ну-ка, он не открывается? Mm-mm. Блин, очень жаль. Я не знаю, что бы там могло получиться прикольненькое. Да, ладно. Слушай, короче, что тогда? Нужно выдвигаться потихонечку бы на поиски уже Фонтайн Фредди, мне кажется. Да, блин, только пацаны, это... С какой новости начать, хорошей или плохой? Ну давай с плохой. Давай. С плохой, он находится в пиццеплексе. Нет. Да нет. Ты чё, серьёзно? Да. А, боже мой. А, хорошая. Сейчас, подожди, ребята. Я, сейчас, подождите. Фонтайн Фредди, прём, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Ух. Хорошо, ты там это, я хочу спросить, а вот этот Блоб еще живой или нет? Блоб? Так да. Я и есть Блоб, просто я отделился от своего огромного тела и стал небольшой частицей, так сказать. Помнишь, вот что было в той пиццерии, где нас заманили в вентиляции и сожгли? Да. Вот и я примерно так же сейчас выгляжу, кстати. Да, так, ну ладно, короче, я в пиццеплексе, ты скоро меня, надеюсь, спасёшь. А, стоп, что это? Чё там? О, нет, кто идёт? Чё там? О, привет, ты кто такой? О, я мимик, иди сюда, мне нужны твои запчасти. А-а-а, помогите! Окей, нет связи. Хелпи, хелпи, прием! Да, что такое? Хелпи, там на Фонтайн Фредди мимик напал. Мимик, да блин, надо выдвигаться уже быстрее. Все, тогда погнали. Выбегаем, выбегаем. О, ух, так, ребята. Хелпи, ты там это, в животе как? Да нормально. Да ты чего? Чакер, давай прыгай. Ай! Ты что-то это уже забыл, да, как приключения вообще делаются, да? Так, ладно, если вкратце, давай сразу же. Опа! Так, 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 ладно, пойдем. Ой, как наше легендарное место. О, да, это то самое место. Так, ладно, а где именно Молтон Фредди-то должен находиться? Так, прием. Меня слышно. Короче. Так, стоп. Молтон, это точно ты или это этот долбанный мимик? Твой голос взял, потому что ты до этого как-то более тяжеловато, что ли, говорил. Нет, это я. Сейчас. Погодите. Где ты? Молтон, я тебя найду! А, ой, елки. Так, сейчас, секунду. Ура! О, сейчас. О, идеально! Все, ребята, я сбежал от мимика. У меня получилось. Короче, я не знаю, как вам это объяснить, но... Я был сейчас глубоко-глубоко под пиццеплексом и кое-что страшное нашел. Что случилось? Там был аниматроник... Старый. И он рассказал мне о существовании аниматроника-дракона. Чем? Кого? Аниматроника-дракона. Что? А, как, типа, как, какого он размера? Он, да как настоящие драконы. Как, ну, как они примерно вот существовали. Вот, ну, представьте, как они выглядели, точнее. Могли бы выглядеть, если бы существовали, точнее. Представили? Так, ну я представляю, как могли бы драконы выглядеть. Так вот, он такого же размера! Я не верю. Так, блин, не верю, только погоди. Да. Стойте. Краб, я знаю, какой вопрос ему задать, что... Подожди, короче, это, Молтон, у тебя свое тело, да? Ну да. Так,
Это точно не Молтон, потому что настоящий Молтон говорил, что он от половины типа Блуба, знаешь, отсоединился, он типа половина тела Блуба, ты понял? Погоди, а ты про какое тело имел в виду? Про тело Молтон Фредди или этого, Фантайм Фредди? Да, неважно уже, короче. Не, ну если что, у меня как бы тело Молтон Фредди сейчас. Это точно не он, потому что тот настоящий говорил, что у него... Типа половина так, тела. Но в любом случае, давай про драконов немножко послушаем, мне стало интересно. Так вот, по поводу, кстати, драконов, еще я что хочу сказать. Этот аниматроник мне рассказал, как их можно найти. Как его, точнее, можно призвать. Чего? Призвать? Да. И, если честно, мне, если честно, захотелось как-то попробовать, что ли. Ну, если честно, понимаю, ладно. Так, и кстати, Чагер, ты же говорил, что у тебя красный свет горит только тогда, когда ты злой. Ты что, вечно злой или у тебя сломался фонарик? Да не знаю, мне тут, помнишь, этот, какой? Сейчас. Тебя разозлил волк, и не, все, он тебя как да горел, нет, так и горит. Да нет, этот спрингбонни, он свой нож достал, начал махать, и мне вот эту штуку задел, короче. Видимо, еще тогда, ну ладно. Так, ладно, слушай, есть какой-то еще вопрос, как мы можем доказать, что это он или не он? Так. Да, да. Так. Ладно, а ты вообще давай. Где находишься? Я сейчас так, погоди. Подожди, я... Где я вообще? А, погоди, тут какой-то туннель. Так, ползем по... Я в главном зале! Ребят, тут просто тоннель в главный зал ввел! Офигеть. Так, ну получается, мы идем за тобой, Молтон? Да, окей. Так, все, так, только... Блин. Так, Чакер, будь наготове биться. Я уверен, если честно, уже прям максимально... Начинаю верить в хорошо. То, что он это не он. Да. Так, так, так. Эй, ты где вообще? А, сейчас. Ой, господи. Я там, где пиратская бухта, ребят. А, ну окей, мы идем. Все, ну, давайте. Будем, жди нас, ну, давай. Сейчас мы уже увидимся, получается. Так, ну что ж, Чакер, готов? Стой, не иди дальше. Да. Готов? Ну что ж, залетаем.